Добрый день, с вами канал «Наша любимая дача». И сегодня, дорогие зрители и подписчики нашего канала, я по просьбам телезрителей моих друзей, вот Лора меня спрашивала, как там китайские перцы. Хочу вам показать рассаду перца, показать, что выросло. Я покупала семена на AliExpress и хочу показать, как выросли уже эти растения. Вот эти перцы я высаживала в конце февраля, поэтому они такие уже большие. Эти два перчика я высадила, сейчас я посмотрю точно, 4 марта. Вот. И хочу сказать, что я не все, я так взяла пару штук просто, они в разных комнатах стоят, чтобы показать. Они практически все одинаковые высоты. Вот так себя они чувствуют. И вот показываю один томат, но он один. Потому что хочу сказать, что если у перцев очень хорошая схожесть, очень хорошая, то с томатами, конечно, хуже. У меня есть видео, я дам на него ссылочку, где я проращивала семена. Там ситуация была не очень хорошая. Сначала по одному семечку разных сортов, потом еще по одному. Ну, в общем, короче говоря, из всего вот больше ничего не взошло. Один томатик погиб через время. Два, которые тоже проклянулись, я посадила. Через время ничего хорошего не получилось, но остался один экземпляр. Но этот томатик такой хороший, крепенький. Но я его не поливала, чтобы не капала вода, вот эта не текла. Поэтому немножко как бы не такой упругий. Ну вот с томатами схожесть не очень хорошая. Вот с перцами, конечно, ситуация получше. Ну, конечно, рекомендовать не могу. Это выбирайте сами. Если вам интересно, если вам хочется попробовать, то, конечно, попробовать можно, если есть к этому интерес. Ну вот они такие. Растут, что будет потом, неизвестно. Кто заходит ко мне давно уже на канал, знает, когда я покупала семена, когда я проращивала, когда... Ну да, кстати, я их пикировала, да, в общем-то. Они пересажены уже в большие более емкости. Скоро они поедут на дачу. Ну а там уже как они себя будут чувствовать на даче, какие будут погодные условия и какие будут плоды. Это мы уже будем, кому будет интересно, будет заходить смотреть. Мне тоже очень интересно. Будем смотреть, что из этого выросло и как они себя будут чувствовать уже непосредственно в грунте. Ну вот, и если вам понравилось видео, если вам интересно, предлагаю заходить дальше смотреть, что из этого вырастет. И всего доброго! До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока-пока!